Görüşürüz. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Максим, Кокамелеон, Дэн, ОлТВ, Гусанёк, Форевер, Угабуга. Пацаны, поздравайтесь! Привет! Привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ребята, мы скачали очень маленькую карту, на которой будем убегать от аниматроника в Security Breach Ruin. Если пять кушайте, приятного аппетита! А мы начинаем выживать! 3, 2, 1, погнали! Кто умирает, тот самый рахитный игрок Гаррис Мод. Давай, Гусанька, мочи, я хочу, чтобы это он был. Ну-ка, Максим, ты готов до того, что ты не сможешь нас убивать очень долгое время? А вдруг убью сейчас? Ну давай, я в тебе верю. Ага, ага. Ну, станет легче нам намного, когда он убьет хоть одного игрока. Forever, ты что, вообще издеваешься? Forever! Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика будет 7 аниматроников и один выживший. Это будет жестко, я вам скажу. А где Дима? Кто останется последний в этом раунде, тот будет победителем этой серии. Да что вы ко мне идете? Ну бойте, мочите! Да ОлТВ, ты чего? ОлТВ! Ребята, настроение отличнейшее. Не забываем подписываться, ставить лайкосики и залетать на наш дискорд, пообщаемся. Ссылочка где у нас, пацаны? В описании. Совершенно верно. Да отстаньте от меня, Ну мочите, Гусенька, ну пожалуйста, не хочу, чтобы он в этой серии выиграл. Он всегда выигрывает во всех сериях. Я за Димой иду. Нет, я вспомнил, что лучше там не выходить, вы можете окружить меня. Кстати, знаете, что заметил? Что аниматроники бьют на определенном расстоянии, то есть не в притирку убивают. Ну все, короче, Дим, давайте, я вот тут на вас таки встаю. Нет, так мы договорились сюда не прыгать. Окружаем. Ладно. Эй, опа, есть, обманули. Молодцы, пацаны, никто не умер. Вот это мне нравится, когда хорошо играют. Это отлично. Изи. Изи-пизи. Лемон-сквизи. Гусенек у нас сегодня певец. Кстати, можешь спеть? Я думаю, что подписчики оценят твое пение. Первого. Да вы что гоните, ну Дэн! Дима, иди сюда. Нет, я буду как дурачок вот так по кругу прыгать. Нет, я живым не дамся. Кстати, для того, чтобы выжить, надо реально очень быстро передвигаться постоянно. Смотрите, никто не может. Так, сколько аниматроников? 4 уже? Да, 4. Почти. Ну, почти не почти. Почисти свои трусы. Я не знаю, фигню какую-то. Настроение классное. Давай, ребята, завтра у нас выйдет ролик по VR в Гаррис Моду, так что не пропустите обязательно новый ролитосик. Йо! Есть! Блин, это ты со спины убил, вы видели? Это было со спины! А вот Гусанёк. Жать их. Ну это же нечестно! Да честно все. Хорошо, я тоже вселяюсь. Да я подался! Да мы поняли. Лютый банихопчик. А, блин. Так, Гусанёчек, я должен конкретно тебя убить. Мне этого очень хочется. Иди лучше как у Майлона. А не, давайте, пацаны, давайте, идите все сюда, окружаем. Окружайте, давай. Как у Майлона окружаем. Давай. Гусанёк, ну что, обманываю тебя? Кручу-верчу, обмануть хочу. А, все. Все, давай, иди сюда с этой стороны, а я с этой буду. Санёк, мы с тобой вдвоем остались. Ну блин, ну давай, мочи. Да как ты его не убил? Кликайте, и на раз удар, может, все-таки прокатит. Ладно. Меня со спины убили, значит, как-то это работает. Где? А ты где? Скажу. Не, ну что ты как радовался, понятно. Ой, кто-то взял очень медленного аниматроника. Мы так Гусенек, ты что, последний остался? Нет, со мной, со мной. Вот он, а ты его найти не можешь. Иди сюда, пацаны, окружаем. Давайте, я сюда иду, а вы туда. Мы его зажимаем, отлично, отличненько. Ах ты, он меня скинул. Ну ё-моё! Ну мы поддаемся, да, пацаны, специально? Да, конечно. Так, ладно, конечно. Вселяемся еще раз. Вот это он красиво меня обманул. Да. Максим, я удивлен, как ты вообще так быстро убил игрока. Смотри, мы не можем с, шестером поймать двоих. Это нормально? Я Максиму подался просто. А, я понял. Это моя шутка. Ура! Все вы подаетесь. Убили? Не, я упал. А, я понял. Все, Гусанёк, ты победитель? Да. Ну все, давай, мы теперь должны его все убить. А если мы не сможем его убить? Да можем, не бойся. А, может он упадет как-то случайно? А вот Угабука упал. Давай. Как? Я же кликал мышку, у меня чуть дырка в полу не образовалась. Че ты тут сидишь под углом, уходи. Вот, все, ребята, сейчас мы его не упустим. Все к нему, все к нему. Ой, я убил своего! Хорош. Ой, он взорвался в конце, это законно? Ты мне упрощаешь.
Ну, гусенек, ну ты специально так делаешь. Окружите его. Ну! Почти. Да ну какой ты зараза. Быстро его убить надо. Перед вами бог паркура. Короче, если сейчас мы его 2 минуты не сможем убивать, он победитель. 100% уже, все. Значит, мы сдаемся, да, пацаны? Да, получается. Да. Ну да, гусанек, ну ты хитрый жут. Так, все, что-то время не пошел. Так, пацаны, меняется правила игры. Дима, нечестно. Ну что, гусанечек, ну что? Что? Иди нафиг. А, вот так, да, ты с нами заговорил? Пацаны, меняется еще правила игры. Да ты успокойся. Да все, он теперь не сможет вообще прыгать. Это классно. Ну что, давай, мочи. Есть, гусанёк, ты не продержался 2 минуты, понимаешь? Не, без вот этих вот твоих правил я бы продержался. А теперь мы будем второй раунд тоже с ними играть. Я не буду менять гравитацию. Ты в смысле? Не надо, Дим. Как это не надо? Надо, так же интереснее будет. Реально прыжка нету. Вот, ребята, нажимаю прыжок, его нету. Хорошо, давайте я начну вас мочить. Все, гусанёк, меняй, да, назад гравитацию? Или все-таки не надо? Поменяй, давай. Меняй, я все равно вас выиграю. Ну, да. Менять, пацаны, или не надо? Меняй. Спасибо. Ой, что такое? Ой, переборчил, извините, 6000 лупанул. Ну все, давай, гусанечек, начинай. Ой, гуся надел. У него как-то странно, гусь за ним следует постоянно. Это мой талисман. Так, гусанек, я думаю, ты пожалеешь о том, что ты разрешил нам поменять гравитацию назад. Реально. Вы знаете, что всегда у нас первый раунд это пробный, а потом уже люди натренировываются и прям сложно будет убить кого-то. Первый раз я просто максимум подался и все. Да? Да. Конечно. Смотрите, как все прикольно бегают сзади него. Я вас поймаю рано. Никого ты не поймаешь, мне кажется, Максим лучше играл. А куда мы сейчас? Я лучше играл. Не, кто меня столкнул? Все, ОЛТВ. Так, 2 аниматроника. Гусенек, ладно, тебе везет в этом раунде. Я думал, все-таки тебе будет потяжелее одному. Давай. Они бегут. Смотри, опа-па. Это было легко, гусенек. Ты не сможешь нас убить. Тебе просто так кажется. Давай. Рахит. Не, ну ты ж следишь за мной с моей тактики, воруешь, вот и все. Не, когда скажешь, я гравитацию могу опять сделать 1000. А это тут кошмарный. Если тебе сложно будет. А, он все, он упал. Уга-буга, ну ты чего? Вы что, сговорились все, что ли? Они зажали меня просто. А, ну все. Ну ты меня не догонишь, понимаешь, ты медленный очень. Это было близко, это было очень страшно. Вот, он выйдет на эту часть. Поэтому давайте мы сможем. Давайте с трех сторон просто и все. Ох ты, блин, я чуть ли не коснулся сзади его. Да тихо! Нет, пацаны, нет! Так это не работает. Я буду очень быстро бегать, буду по кругу бегать. Ну давай, ближе. Опа-па, обманул, красиво. Кстати, вот так и надо работать. Подпускаем поближе их, смотрите. Вот он подходит, резко раб и прыжочек. Все, не смог. Подпускаем опять поближе. Вот смотрите, вот есть у меня радиус, куда убежать. Смотри. Опа! Опа-па! Ну, пацаны, ну красиво. Практически повезло, не смогли. Это втроём просто зашимать. Я фартовый парень. Ну так ты отходишь куда-то влево. Дима, сюда беги. Давайте Максима. Нет, вот там, кстати, очень опасно выживать. Вот, лови. Все, Кустунек, я выхватил твою тактику, теперь я буду победителем в этом раунде. Нет, я буду. Нет, я. Смотри, как красиво пытаются меня поймать. Ну что, гравитацию менять или нет? Да. Так, смотрите, делаю гравитацию 10000. Да стой, еще нет. Так а почему они? Все, давайте, погнали. Опа. Ну, ребята. От Манси убежим. Блин, прыжка нету вообще, от слова ноль. Можно вообще. Да сейчас, Сань, затащим. Было бы еще прикольно, если бы мы на ступеньки не могли подниматься с такой гравитацией. Мы и прыгать даже не можем. Почти. Вот эта тактика хорошая. Просто бежишь по кругу и все. Нифига, гусанёк вот этот спрятался. ЛТВ, ты где? Максим, беги. Ой, хотел заныкаться за столбом, не получилось. Ага, конечно. Вон они потанцуют на острове. Иди, они не убегут. Да блин, они успели. Блин, да что вы все за мной вязались? Отвалите.
Вот, бежим? Вот, Диме некуда бежать. Вот давай, жми. Нет, пацаны, я выживу. Нет! Да ну блин, Гусанёк, ты виноват! Ну ё-моё, я хотел выиграть в этой серии. Их четверо осталось. Да. Так, все, я тоже вселяюсь. А, Максим сныкался. Ну что, а вот теперь я иду тоже мочить. Блин, так хотелось в этой серии победить. Хватай. Нет, не уходи, не уходи, сзади Максим бежит, Гусанёк. Нет у меня там. Да есть он. Это показалось. Ты жопа, блин, ну вот ты туда побежишь. Я этот, как охранник стою, не пушкаю. Не пушкай. Не пушкаю. Ты его не пушкаешь? Ой. Ух ты, блин, еще бы чуть-чуть бы убил. Ой, блин, это ты наш. Извини, своего убил. Ого, ты улетел. Это было мощно. Пацаны, вот у нас Фокси танцует, давайте его окружать. Вы где? Я бегу. Ну, Саня. А его давай, упустил. Давай. Пока моргал, он уже давай убежал. Хвости. Ой. Фокси. Хвости? Хвости? Да. Давай, ну. Ну как? Нам не лайк. Ну, ёкал-эманекал, ну стоять. Максим. Ну давайте, нет. Пацаны. Ну что, миньон, ты готов умереть? Нет, конечно. Ух ты, блин, как это я его не убил. Еще бы чуть-чуть. Я на грани хожу. Давай. Есть, молодцы, молодцы. А Фокси сыпал. Хорош. Молодец. Все такие миньонов поймали. Кто остался? Фокси и ты, Максим. Так, тебе решается, кто будет победителем второго раунда. Давайте. Фокси мочите. Меня не надо. Давай тебя. Я слишком наглый. Он злорадствует. Ну, Фоксюнка, блин, еще чуть-чуть. Фоксиунка пуга? Все, минус Фокси. Максим, давай, теперь что? 2 минуты. Давайте, отчитываем 2 минуты. Погнало время. А ё-моё, я опять всех мочу. У меня психологическая травма, нажимаю все кнопки. Я не помню, аниматроники раньше взрывались, когда умирали или нет? Мне кажется, этого не было. Взрывались. Давай. Ага. Да как мы там столкнулись? Я нагло очень. Ну. Ребята. Фанти сколько никого не убил. Ну что, Максим, страшно, когда все за тобой гоняются? Вообще, да. Так, полминуты прошло, как Максим выживает. Нет. Я ему не дам, я не дам ему занять. Да, так что правило, это равные у вас условия, Гусанёк, что у тебя, что у него. Как же я рискую. Ты очень рискуешь. Это хорошо. Я хочу его убить, пацаны. Перехочешь. Ну, давай, 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 зажимай. Так, надо просчитать его наперед, как он будет бежать. Да, ребята, вы же затыкиваете эту левую. Бегаю корявой между вами. Тебе везет. Ну, блин, ребята, ну все, Максим, чувствую, победителем остается, 100%. Я даже не понимаю, как его убить можно, это невозможно. Все, полминуты остается, и он будет победителем. Ой. Вот, ты не затыкал. Есть! Есть! Молодец! Молодец! Это было сильно, ребята. Это было круто. Получается, в первом раунде Гусанёк, во втором крошка-крошка. Теперь давайте мы сделаем решающий раунд. Кто из них победитель? Я очищаю карту, они берут по аниматронику и между собой дуэлятся. 3, 2, 1. Погнали. Кто? Кто кого? Я. Все, Гусанёк, ты победитель. Молодец. Самая быстрая стычка, которую могли мы наблюдать. Максим, с тобой все нормально? Да. Все, победный танец. Чаечка называется. Отомстил его. Если вам понравилась эта серия, подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.